Около 100 километров дорог планируют отремонтировать в этом году в Уилском районе Актюбинской области. Реализация дорожных проектов позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами. На масштабные работы из бюджета выделили примерно 9 миллиардов тенге. Ремонт подъездной дороги к крайцентру селу Уил сейчас идет полным ходом. Ее построили больше полувека назад, а последний раз ремонтировали в 2008 году. На реконструкцию полотна из бюджета выделили 190 миллионов тенге. Работу завершим в этом месяце. На объекте трудятся 10 специалистов. Есть вся необходимая техника. Снимаем верхний слой асфальта и укладываем новой толщиной 5 сантиметров. Гарантия составит 5 лет. Сейчас в Уилском районе реализуют 9 дорожных проектов. Из 243 километров дорог районного значения в этом году планируют отремонтировать примерно 100. Средства на это выделили из республиканского и областного бюджетов. В результате улучшится транспортное сообщение с селами Каратал, Караой и Сарбие. Ремонтируем дороги, ведущие к нескольким селам. Не все из них будут с асфальтовым покрытием. Часть дорог отсыпем щебнем. Есть переходящие объекты, реализацию которых начали в прошлом году и продолжаем в этом. Работы на некоторых участках в ближайшее время завершим, а другие объекты планируем сдать в следующем году. По словам специалистов, такие масштабные работы в районе проводят впервые за много лет. Реализацию дорожных проектов планируют продолжить. Наталья Салькова, Ануарбек Мырзатайлы, Болат Молдогалиев, Актюбинская область, Хабар 24.